патриарх отечественной моды Вячеслав Зайцев. Сегодня в Смаке, друзья. Вячеслав Михайлович, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Впервые, Вячеслав Михайлович, вы выглядите моложе, чем я. А что случилось? Вы знаете, да ничего, с утра побрился, выпил какую-то таблетку и вот... Зарос. Зарос. Очень большой уровень тестостерона. Давайте с вами поговорим вот о чем. Что мы сегодня будем готовить, потому что я смотрю, на столе все свежее. Да. Все полезное, сплошь и рядом продукты. Совершенно верно. И самое главное, продукты частично даже с моего огорода. Геркулес ваш? Нет, помидоры вот эти вот, да. Вы шутите? Да, у меня такие помидоры, да, мои. Ваши помидоры, да. Друзья. Все? Впервые на первом помидоре Вячеслава Зайцева. Да, да. И самое главное, еще самый ценный хлеб, который является основой... Хлеб же всему, как известно, да. Это тоже это выпекли? Нет, не я пек, моя подруга пекла, но просто по рецепту, который бы... Это тоже это ваш рецепт? Да. Слушайте, вы знаете, я хочу рецепт, тут, смотрите, тут много людей, да. Ваши поклонники. Все люди задают один и тот же вопрос. Но как может такое быть, что Вячеслав Зайцев, он не только не меняется в сторону как бы увеличения возраста, но наоборот молодеет? Вот что происходит? Вот секрет я хочу сегодня поведать. Вы расскажите об этом секрете, да, потому что вы либо назовите нам препараты, либо нам давайте, как говорится, про еду. Нет, я про еду расскажу. Про еду, давайте. Препараты никакие не могут. Значит, еда очень простая. Начинается с геркулеса. Утром беру геркулес, кипяток, можешь включить? Кипяток, а вот у нас стоит, в кипящую воду нужно залить? Да, да. Соль. Бегу, сейчас за солью побегу, подождите. Сахар, здесь сахар вот есть. Сахар. Так соль или сахар? И соль, и сахар. А вот знаете, мне казалось, что вот, знаете... Это очень немножко, совсем крошечку. Ну, так вот. Вот капелька совсем вот такой. Все, и суп готов. Нет, это каша. А, каша. Так, секундочку, каша. Так, и вот мы в кипяточек такой, да? Да, засыпаем кипяток. Засыпаем, это у нас уже вода сейчас, она будет кипеть. Вы кипеть думаете, да? Да я уверен. Сейчас посмотрим. Должна быть какая-то такая вот, ну, такая вот жиденькая должна. Жидкая обязательно каша. Так, соль, это сахар? Это сахар, соль. Очень, очень немножко, соль очень капель. Вот морская соль. Морская подойдет? Да. Морская, да. Морская, собирали по дну океана. Да, давайте, посмотрим. Вот так вот? Может, хватит. Смотрите. Еще берите. Еще, вот так. Да, все. Вы когда готовите, вы превращаетесь в алхимика. Да. Потому что вы долгие годы выглядите как алхимик. А сейчас, понимаете, так. Сливки, капельки сливочек, дайте, пожалуйста. Сколько сливочек? Немножко, давайте. Оп. Уже кипит. Я делаю меньше огонек. Вот так, да? Да. Вот так? Еще капельку. Вот так. Так. Угу. Сейчас, секундочку. 5 минут, каша готова. То есть все, она готова, что ли? Готова, конечно. Вот она, вот все? Да. А потом после этого еще я кладу... Ну, друзья, закончилась наша программа. Впервые программа «Смак». 6 минут. Только начало. Так. Сейчас эту кашу нажмем. Скажите, а вот вас же все время, всю вашу жизнь окружает модель. Да. Понимаете, люди, как говорится, не обременяющие себя лишним весом. Совершенно точно. Так вот, какие-то рецепты, все же женщины смотрят, легендарный Зайцев, да. И все думают, ну как, ну все же хотят быть моделями, несмотря на то, что долгие годы уже возглавляют бухгалтерию. Нет, дело в том, что здесь имеет место еще быть не просто, как говорится, питание, но еще органика человеческая. Органика. Да, потому что у меня есть девочки, которые едят так больше, чем мужики. Да, и есть такие. И худые остаются совершенно... А есть девочки, которые пьют больше, чем мужики. Ну, это уже отдельно. И в конякорм. Так, значит, каша готова. Сейчас... Каша готова. У нас варенья никакого нет здесь, нет? Что, варенье? Варенье никакого. Ну, так вы смотрите, какой. Сейчас вы мне еще и попросите и колбаски. Нет, колбаски нет. К этой каше. Это из топора вы варите кашу. Сейчас я посмотрю варенье. Ну, есть у нас варенье. Вы знаете, 2 бутылки пиваса. Все. Ладно, хорошо. Певица, набор джентльмена. Сейчас давай хлеб. Я хочу рассказать о хлебе, который сейчас будет сделан. О хлебе. Прошу вас, рассказывайте. Хлеб. Вы его подготовились у вас? Да, да. Прошу вас. Специально для вас для рассказа. Кашу я могу выключить? Да, можете выключать. Я выключаю и накрываю крышечку. Открывайте крышечку. Значит так, хлеб – это уникальное явление, которое, как говорится, вот, на протяжении определенного периода времени мы отработали с моей приятельницей. Угу. И спекли этот хлеб специально для Смака, чтобы показать, как это делается. То есть это тот хлеб, который вы едите… Каждое утро. Каждое утро. Да. Это очень важно. И причем хлеб, который я ем всегда с сыром, вот с мозареллой. Можете достать сыр? Сыр, моцарелла. С удовольствием достану. Тарелочка. Вот она, пожалуйста. Тарелочка есть?
Тарелочка есть. Положить, как будто бутерброд. Сейчас, секунду, что же я, господи, суечусь, потому что уже как бы чувствую приближение. Так, я, значит, моцарелла. Так, мы берем... Вот, берем, сейчас, секундочку, подожди. Порезать моцареллу? Да, обязательно. Угу. Вот хлебушек. Так, хлебушек. Так. С чем он? Я смотрю, там курага. Там, значит, смотри, вода и кефир. Ингредиенты. Вода, кефир, вода, мука, кефир, ржаная, овсяная, пшеничная, вечневая, ячменная и отруби. Пять видов муки и отруби. Да, отруби и немножко. Я смотрю, все, что в доме, вы туда. Затем, значит, семена. Тыквы. Потом, тыква, подсолнечник. Да, лен и орехи, кедровый, грецкий, миндаль. Слушайте, здесь. Да это какой-то хлеб. Конечно. И сухофрукты, чернослив, изюм и курага. Слушайте, да что ж такое? Хлеб, божественный хлеб. Да, божественный хлеб. Я удивлен, что там нет фарша. Потому что если бы там был фарш, то можно было бы и не есть вообще никогда в жизни ничего. Я хлеб ем уже после еды, потому что как отдельное... Ну, вы знаете, вот есть же люди, которые вообще не едят хлеб. Я знаю. И они гораздо полнее, чем вы. И хуже выглядят. Они вообще не едят хлеб. Понимаете? И говорят, мы хлеб. Ой, нет, хлеб. Ой, нет, хлеб нельзя не есть. Ну что, мне нарезать моцареллу? Да, режь моцареллу сейчас. Режь моцареллу. Да. Ну, яблоки жуй. Яблоки жуй. Приходит буржуй, да. Приходит буржуй. Так первоначальное было, а потом заменили моцареллу на ананасы. Да. Потому что в начале 20 века моцарелла была такая болезнь. Так. Так, значит, это вот... И как? Бутерброд готовим. Вот, ну ты как, просто вот я... Элементарно просто, примитивно, прямо кладешь. Вот и все, кладу сверху кусочек моцареллы. Да, ну это вот, давайте, вот у нас вот два таких бутербродика будет. Это мы такой большой кусочек хлеба, сейчас я даже... Где я уберу его? Давайте убирайте его. Так. А что вы кладете сверху на моцареллу? Ничего. Вот так. Вот это такой ваш бутерброд. Это бутерброд, да. Вот бутерброд такой, то есть совершенно верно. Прекрасно. Так, дальше, сейчас. Давайте. Сейчас, секунду. Давайте салат сделаем. Прямо начинаем делать салат? Да, да, да. Да что ж такое-то? Подождите. А бутерброд мы оставим или попробуем? Потом. Каша готова? Каша готова, бутерброд готов. Потом... Бутерброд готов. Слушайте, ну... Салат. Вы во сколько просыпаетесь, Вячеслав? Вот сегодня в 5 утра проснулся. Да вы что? Да. А почему в 6? В 6 утра вы каждое утро? Каждое утро. В 6 утра? Да. Ну, бутерброд вы делаете 2 минуты, а что вы делаете остальные? Как я час полтора почти готовлю себя к выходу в столовку. Себе, в смысле, на кухне. На кухне. Да, то есть там... вы так прямо, у вас долгий процесс такой? Да, да, помыться, побриться, это же очень важно. Ну, не для всех. Так, давайте вот салат. Значит, вот сюда, так. Я сейчас. Помыться, побриться. Так. Листики, давай. Салат, естественно, руками. Конечно, руками. Ну, а с вашей-то фамилией? Как еще? Это, конечно. Так, это хорошо, да, если вы... Так, это что? Петрушечка. Туда же, да? Это какой-то витамин. А вы пьете все живые соки? Обязательно. Да? Овощные. Говорят, овощные очень полезные. Овощные обязательно делаю. Какой-то свекла, вот какая-то капуста. Нет, делаю так, делаю салат, потом салат. Салат, потом сельдерей, потом петрушка, потом киви. Одно киви, потом один банан. Яблоко обязательно зеленое. И немножко груши. И делаю все вместе, такой смузи. Смузи. И прямо выжимаете все да, это? Да, вот в блендере. Да, и такой хлеб-то еще закусить. Ой, очень дурально все. Вообще, когда человек очень выдрючивается, это всегда получается не то, что нужно. Ну, вот я согласен. Угу. Вячеслав Михайлович, да. Мы, с вашего позволения, сейчас немножечко, я на секунду вас покину. Да. Вы травку рвите здесь. Хорошо, ладно. Как бы так щиплите травку. Да, да? Зайчик, да? А пока у нас Вячеслав Зайцев щиплет травку на Первом канале. Сейчас рекламушка, матушка, после которой мы вернемся и накормим вас досыта до отвала. Друзья, смак на Первом канале. Совсем немного осталось времени до того момента, когда вы узнаете, кто же все-таки убил Джона Фицджеральда Кеннеди. Ну а пока Вячеслав Зайцев у нас сегодня в гостях. И мы с Вячеславом Михайловичем готовим салатик. Так, знаешь, досочку дай, пожалуйста. Досочку, даем досочку. Да. Сейчас, секундочку, вот она вот здесь у нас находится. Досочки у нас прошло. Значит, знаешь, что нужно сделать сейчас? Что нужно? Порежь вот этот... Сельдерейчик. Давайте. Мелко, просто... Ой, знаете, я вот тут видел, как красиво. Вот для вас важно, как... Очень важно. Как выглядит. Гениально, когда вот... Да? Вот именно, знаете, вот мне кажется, очень важно, как выглядит, как продукты выглядят. Совершенно как подать это. Как подать, потому что, ну, вы-то человек, который все-таки за внешней красотой, как говорится, слава богу, отвечаете за нее долгие годы. И поэтому, мне кажется, это же очень важно, не просто вот взять и кинуть, а вот воткнуть вон туда сельдерей. Да, ножки поменьше, пожалуйста. Ножки поменьше. Или этим можно?
Тут вам, вот, 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 так, да? Вот, да. Прошу вас. Так, а я пока нарезаю сельдерейчик. Да. Вячеслав Михайлович, скажите, да. Ну а как вы какие-то физические упражнения вы осуществляете? Как вот двигаетесь? Что, чем вот в этом направлении? Как это у вас происходит? Знаете, совершенно поразительно. Еще раз я, у меня мой друг... Вы спортивный или нет? Человек? Совершенно не спортивный. Не спортивный? Нет, совершенно. И вот в этом году у меня Николя Головин, которому я помощник, он меня пригласил пойти в спортивный комплекс. Вот, я поехал, первый раз вырвался за 30 лет. Заняться, посмотреть, что такое спорт. Что мне хватило только один раз поплыть в бассейн, и то он мне надел этот, как его... жилетка, и я встал как бы плавок. Да что вы, вы прямо так и стояли в бассейне. Да. Это вы в большой спорт. Да, большой спорт, да. Скажите, а вот вы болельщик спорта, все-таки Олимпиада лондонская, вот такие вот вещи. Вы знаете, это же красиво. Я смотрю, я люблю смотреть, но не болею. Не болеете никогда, да? Нет, если я буду смотреть серьезно, я действительно буду очень серьезно болеть. И переживать. Переживать жутко. А переживать вредно. Это вредно, поэтому я не смотрю. Правильно. Скажите, пожалуйста, вот я порезал уже два черешочка. Достаточно. Достаточно. Да, достаточно. Какая капелька вот этого сейчас? Это цветная капусточка. Чуть-чуть. Давай чуть-чуть. Немножко туда же, да, ее? Немножко порвить туда. Ага. Подождите, вот тоже чуть-чуть. Поломать тогда, наверное, ее? Да, поломать, ага. На соцветие разобрать, да? Да. Слушайте, а вот как вы объясните ваши коллеги? Ну, например, Карл Лагерфельд. Да. Тоже, понимаете меня, гусь. Он же похудел килограммов на 100. На 42 килограмма. На 42 килограмма. Ужас. Ужас. Смотреть на него невозможно. Я его и не... Я думаю, что его первое время не замечали. Нет, он... Карла, и только голос слышно, а потом... Нет, очки в основном видно. А вы с ним знакомы лично? Да, знаком, конечно. Ну, расскажите, вот про просто... Мне... Ну, знаете, интересно, я был его гостем, я пригласил в Кёльн однажды на свою выставку, фотовыставку. Он же фотограф. Да, да. Вот, тем более, я сам занимаюсь фотографией серьезно, уже 40 лет практически. Мне пригласили, я поехал вместе с директором Дзюдовского юбилея, мы вдвоем поехали к нему. Поскольку Карл Лагерфельд, он, знаешь, такая одиозная фигура, очень такая, человек, который никого не признает, кроме себя. Он считает, он единственный, который модельер, который достоин этого звания. У нас в стране таких нет. Да, у нас нет. Нет таких людей. Нет таких людей. Так вот, я решил как бы сделать такой финт. Как бы момент, может, бестактность пропрыгнул с своей стороны, но я решил купить себе черный костюм, такой, знаешь, джинсовый, такой противный, и надел джинсовый костюм. Я в жизни ношу джинсовый костюм. Да, что-то я вас не могу представить в джинсовом костюме. Да, надел, чтобы он мне не был неприятно ему. Использовать настроение, решил. Да, забед, да. Надели на себя какую-то робу. Да, за обедом мы сидели, все нормально, я, в общем, ну, не проявлял никакого интереса особо. Тогда ко мне подходит Родионов, говорит, что, который вот, бог директор Третьяковского юбилея, да. Он говорит, Слава, неудобно, потому что ты нас пригласил, надо подойти к нему, автограф возьми на память с выставки. Сделал над собой усилие, сделал, подошел к нему. Но через себя переступили. Лагерфельд, да, автограф просто. Ну, я посмотрел, как он снимает. Я снимаю, действительно снимаю один, да, да. Там, с одной лампой. А у него 25 ассистентов? Да, да, вот именно. Хитрый жук, а? Лагерфельд, смотри. Скажите, а вот то есть у вас от чего вы отталкиваетесь, когда возникает образ? Новый, образ? Да. От ткани. Ткань? Ткань решается. То есть вот цвет, фактура, да, прочее, да. И вот из нее уже появляется... Да, форма. Это очень интересно, потому что по наитию работаю. В основном, как человек, я такой обязан проведению всем. Да. От Бога. Интересно, что возникает такая совершенно неожиданная форма, которую вот предложил. Я сдал коллекцию, да, новую коллекцию сдал. Ну, все прошло замечательно, думаю, уже больше ничего невозможно сделать. Первое время я хожу совершенно опустошенно, а потом потихоньку начинают в голове создавать какие-то идеи, и ночью вдруг неожиданно возникает образ. Появляется. Да, совершенно ночью. Сам а я знаю, что многих модельеров, которые вот не от ткани отталкиваются, а от коллекции других модельеров. И никогда. Это очень много таких. Очень много. Вы достигли профессионализма огромного количества. Высочайшего. Скажите, еще капустки достаточно. Вот мы делаем такой салатик. Я уже хочу сказать всем нашим зрителям, что там. Там листья салата, там петрушечка, там помидорки. Сельдерей. Там моцарелла. Да, моцарелла, да. Так, и там сейчас будет болгарский перец и цветная капуста. Что еще мы туда будем класть? Сейчас, секундочку, сейчас положу. Что у нас еще есть? Вот это вот, положить эту травку. Руккулу? Руккулу, да. Руккулу с удовольствием. Обожаю руккулу. Тоже любите руккулу? Очень. Так, секундочку. Так. Салатик надо еще порвать. Так, еще салатик, да, давайте. Так, все, зеленый лук туда не нужно? Нет, зеленый лук нет. Не нужно. Так, все, хорошо. И теперь лимон. Лимон. Режьте лимон, выдавливайте целиком лимон.
Целиком да, мы целиком. Выдавливаем лимон. Давайте. Я можно руками? Да, можно руками, конечно. Руки чистые. Все. Естественно. Так, целый лимон. Целый лимон, целый лимон. Ну, прямо. Так, теперь сахарком. Виталий, и туда же сахарок. Да, да. Угу. Так. Так, выжали лимон. Угу. Есть чем прикрыть крышечку какая-нибудь, чтобы... Крышечкой прикрыть, чтобы настоялось? Да, нет, нет, просто чтобы вот так... А, чтобы встряхнуть? Да. Так и... давайте мы его, давайте мы это встряхнем. А, вот да, так. Вот тогда точно. Что, мы не можем вот так вот просто взять, да, помешать? Угу. То есть вообще масла никакого нет? Ну, обязательно масло. А, масло, все, все. Вот давайте здесь... сейчас. Да. Оливковое. Оливку таким вот холодного отжимчика, да? Ну, командуйте, я сейчас буду так потихонечку. Все достаточно. Так, перемешиваем. Никогда не знаю, сколько там нормы какой класть на глаз. Так творчески, так. Я вот смотрю, вот вы у вас нету таких, наверное, ровных каких-то меры весов у вас не существует. Вы всегда вот все. А вот в жизни вы такой же человек? Вы планируете надолго вперед, вот так вот расписываете скрупулезно? Или вы живете... Когда я живу каждый день. По интуитивному. Интуитивно каждый день, да? Заново. У вас каждый день начинается новая жизнь. Угу. Оставляю. Готово. Готово. Прекрасно. Угу. Давайте я уберу доску. Мне нужно салатик. Что следующее? Суп. Суп сделаем. Да. Вячеслав Михайлович, начали с каши. Да. Бутерброд, каша, суп. Легенький супчик. Легенький супчик. Это уникальный совершенно. Он, конечно, он делается очень легко и просто. С геркулесом тоже? Да, да. Угу. Суп с геркулесом? Да, с морковкой. И вы хотите пока потереть морковку? Да. Вам, наверное, нужны какие? На каких-нибудь нужны? Да, вот на этой штучке. Давайте я потру. Будьте весь, ага. Так. Морковка. Лук. И лучок сейчас мы тоже порежем. Давайте я тогда вам морковочку. Сам порежу. Для меня ближе. Угу. Так, а что за рецепт супа? И как мы режем лук? Мелко? О, вот такими полукольцами. Так. Откуда рецепт супа? Что за суп? Геркулес, морковка с луком. А вы вообще едите мясо, едите? Очень редко. Когда захочется. В принципе, я не люблю. А вот давайте про ваши вредные привычки поговорим. А курите вы пьете? Нет, не пью, не курю. Вы не пьете, не курите? Нет. Иногда в компании, когда собираются хорошие люди, ну, можно водочки, три рюмочки выпить. Три рюмочки водочки? Да, вполне. Ну, все, так это же не разве да. Одно время коньяк. Одно время коньяк увлекался. Коньячком, да. Коньячком, да? Да. Да. А сейчас что-то... Ушло. Ушло, да. Ну, конечно, пью. А вот мне интересно, что Вячеслав Зайцев, просто я уверен, что вы едете не за рулем. Ну что, 2 часа каждый день. 2 часа каждый день? Да, обратно, да. 4 часа в день. 4 часа в день вы тратите на машину. Вот я уверен, что вы делаете в машине? Я обычно снимаю фотографии, снимаю либо пейзаж городской, либо небо. Вы едете из машины, фотографируете? Потрясающая работа получается, совершенно фантастика. Как бы Москва с третьего кольца. Москва рассвеченная. Рассвеченная. Я чисто... А вы открываете окно или вы так тихонечко фотографируете? Я Вячеслав Николаевич, у нас сейчас будет небольшая рекламка. Угу. Я вас оставлю тереть морковочку. Да, хорошо, ладно. Я лучок еще порежу. Лучок еще. Ну, давайте, начинайте. А я на секундочку сейчас, друзья, приду сюда. Ой, а тут и кастрюлька с кипятком. Интересно, обварюсь я или нет? Это мы узнаем, посмотрев рекламу на первом. Закончилась реклама, друзья. Продолжаем программу «Смак» на Первом канале. У нас в гостях сегодня Вячеслав Зайцев, который нарезает лук. У нас кипит уже вода. Да, да, сначала... Она уже сейчас начнет закипать, а мы поставим на сковородочку, чтобы что-то обжаривать. Да, лук с морковкой. Хоть как. Расскажите, пожалуйста, вот об этом. Я вот сейчас шел на рекламу, вдруг смотрю, стоит букет, трогательный, наивный. Как, это букет из моей усадьбы как раз. Это овес. Это овес. Основа вы жизни. Мне, получается, как бы как коню овца. Овес – это основа жизни. Слушайте, вы выращиваете овес в вашей усадьбе? Да. У вас большой сад? Большой. Вы любите вот, наверное, в саду? Вот, да. Мне кажется, ну вы как он, вы-то... Он не сад, он это целый лес. Так, Вячеслав Николаевич, лук и морковочка, да? Морковочка, да. Сразу, да? Угу. Так, посмотрите, что сделал маэстро Зайцев. Положил геркулес, бросил в... Кипяток. Кипяток. Да. А у вас какая любимая сказка, Вячеслав Михайлович? «Красная шапочка». «Красная шапочка». Угу. Только снято, по поводу этой сказки, столько снято фильмов интересных. И каждый раз новый сюжет. Да, это точно. Это точно.
Потому что, на самом деле, это же правдивая история была. Да. Но она была, как бы, она такая, это французская история старая, которая рассказана крестьянами Шарля Перро. Там ничего особенного такого не было. Девочка маленькая пошла в лес, ее сажал волк. Все. Сажал его? Да? Сажал просто волк. Да? Нет, просто такая, ну, такая была сказка. А потом уже появилась бабушка, охотники, пирожки. Этого ничего не было на первой редакции. Так, соль. Подождите, соль. Подождите, стоп. Где соль? Смотрите, соль спряталась в кустике. Вот смотрите, значит, геркулес варится, вода, соли сколько? Ложечку? Вот это. Вот это. Достаем больше. Здорово. Так, все. Да. Вы кладете цветную капусточку, да, да? Да. Чтобы она какое-то время тоже там поварилась. Вместе с картошечкой. Вместе с картошечкой. Да. И с геркулесом. Да. Так, хорошо, это Александр, все. Я думаю, что вот это у нас готово. Это готово, да. Смотрите. И что, мы это туда же? Да, сюда сейчас. Ага. Давайте. Угу. Смотрите, прекрасно, да? Да, да. Такая зажарочка. Да, да. Хорошо. Чудесная, роскошная. Все, вот сюда. Оп. Слушай, ну это такой супчик, между прочим, он хоть и без мяса. Он вкусный, вкусный. Вкусненький, да. Но тоже такой. Да, вкусный будет. Похлебочка такая. Так. Угу. Пену бы снять куда-нибудь. Пену бы снять? Да ладно. Да это на этой пене можно. Ну да. О. Можно детей растить на ней. Ну, это не считается. Ну, сейчас мы ждем, пока сварится картошка, да? Да. Картошка там внутри уже. Она уже сварилась, надо же какую-то часть, чтобы она сварилась. Чтобы какое-то время прошло. Замечательно получается обед, будет классный. Классный. Каша, бутерброды, да. Салат и суп. Да, да, замечательно. Это на целый день, это моя еда на целый день. А вы вот скажите мне, вот... Утром я ем суп. А вечером? А вечером? Вечером я делаю бутерброд вот с сыром, да. И чай с лимоном, все. Да вы что? Да. То есть у вас такого нет, чтобы вы... Нажраться. Иногда бывает так, что когда приезжаешь поздно вечером, когда с какой-то компанией... Ну иногда же, ну хочется. Ну, хочется, вот, да, хочется. Вот ночью, да. Пожрать нет, чего-нибудь. Ночью нет, часов в 11, полдвенадцатой ночи. Ну начать в 11:30, но закончить в 4. Хочется иногда и котлет сожрать. Котлет сожрать прямо. Здорово. Холодных через холодильник достать прямо. Это с горячим чаем с лимоном сладким. Во. Классно. И спится классно. И спится после этого не всегда. Классно? Я мне спится классно. О, хорошо. Так, что еще? Я думаю, достаточно сегодня. Сегодня достаточно. А суп, подождите, так он все, он когда будет готов? Минут через пять. Минут через пять. А мы туда будем зелень какую-то или что-то? А зелень потом обязательно рвать. Так, суп. Суп мы накроем, чтобы он чуть-чуть у нас покипел, и там капусточка дошла до состояния. Так. Вот это мы, укропчик мы оставили, это нам не нужно. Салат у нас готов. Да. Позвольте, я быстренько накрою. Да. Так, а мы будем, знаете что, мы будем пользоваться плошечками. Да, обязательно. Вы еще апельсин, да, просто... а он-то куда, в суп? Нет, не в суп. Просто захотели апельсина? Угу. Давайте я вам... Вам его почистить? Ну, давайте, да, я сейчас сделаю. Почистить. А вы как любите, когда дольками он порезан? Вот крючком сюда. А, вы хотите на бутерброд? Конечно, конечно. Какой вы хитрый. Конечно, раз лежит апельсин, что-то используется. И мы сейчас радуемся, что ничего другого не положили. Да. Друзья, я напоминаю, это будет это завтрак и обед Вячеслава Зайцева. Да. Человека. И ужин, и ужин. И ужин. Да, потому что на ужин Вячеслав тоже, Михайлович, ест вот такой вот хлеб. Давайте вот вам, вот такие два кусочка, да? Да. Куда, прямо сверху? Сверху. Да, давайте, знаете, что мы сделаем? Мы наоборот сверху. Наоборот, да, вот положим. Вот так. Лучше. Ага. Вот так. Ага. Я, конечно, даже не знаю, что это будет за вкус, но мне кажется, будет неплохо. Ну, очень вкусно будет потом. Вот так вот. Или экспериментировать. Слушайте, а вы любите же экспериментировать, но если вы в моде экспериментируете, то... А как вы, кстати, относитесь к тому, что сейчас очень многие вещи возвращаются? Я с удовольствием отношусь к этому. Да? Да. И считаю, что было... Ваши силуэты вдруг стали... Да. Ничего себе! Да, 20 век был самый мудрый век, потому что был Сен-Лоран, который создал образ совершенно современного. А у вас главный ваш... Сен-Лоран, Диор. Диор Сен-Лоран. Да, стал по такой моде 20 века. Каша-то, каша! Посмотрите, каша такая. Классная карта. Я напомню, что здесь немножко сливочек. Угу. Немножко соли. Немножко соли, немножко сахара. Сахар. И геркулес. Геркулес, и все. Вода, и вода. И вода. Попробуем. Попробуем. Класс. Ты давно не ел геркулес такие бравочки? Да, мы каждый день. Ну, это очень полезно. Очень. Так, сейчас все будем есть. Ну, давайте салатик вот чуть-чуть. Да, прямо вот так вот, вот сюда кладите. Прямо чуть-чуть. А я супчика сюда плесну. Угу. Вячеслав Николаевич, знаете, ну вы так говорите вот про здоровое питание. Это здорово, но это кожа совершенно другая становится.
Вот я вот это чувствую. Я заметил, что кожа совершенно, совершенно другая стала. Понимаете? Тело. Очень важные витамины. Простейшие витамины. Чем проще, тем лучше. Все доступно очень. И сердечная и травка, цветы. И... Это всего полно. Главное, это недорого. Да. Так. Да? Да. Чуть-чуть. Давай. Да, я там чуть-чуть. Угу. А я, с вашего позволения, еще бы. Вот, например, вот я лично хотел бы. Я знаю, что вы не будете. Чего? Но мне... Перец. Да. Перец можно. Мне еще чуть-чуть можно. Не можно, мне тоже можно. Чуть-чуть, да? Да, обязательно. Молотого такого. Да. Тоже здорово. Как он может быть вредный? Нет. Не острый, просто нет, нет, а душистый. Обязательно. Это раз. Салат попробуем. Прошу вас, вилочку. Угу. Слушайте, а вы, наверное, еще едите небольшими порциями. Да. Маленькими. Вот тут мы с вами разошлись. Ну ладно, что ладно, не придумайте. О! Но! Ну вот здесь ешь и чувствуешь, здоровье пришло. Правда? Угу. А когда чувствуешь, что здоровье пришло, думаешь, не потели мне, не съесть ли свиную ногу с водярой? Ужас, уж такое здоровье. Так. Да. Давай. Я очень хочу попробовать хлеба вашего. Вот из этого всего. Ну, апельсины я ел. Моцареллу я ел. Хлеб из клавиши, да? Зайцевский хлеб. Смотрите, как вы прямо... Я думал, только я так могу широко рот. Угу. М-м-м. Ну, давайте супчиком съедим. Мы так просто сжато все пробуем. Да. Но я вам хочу сказать, он горяченький. Сейчас я вот за краешек тарелочки. М-м-м. Ну, а что тут может быть невкусно? Кстати, еще сюда сливочек нужно. Сливочек? Добавь сюда капельку. Сливочек. Не жадничай. Не жадничай. Вам капельку? Капельку, да. Капельку сливочек. Оп. Вот, вот такая же. Почувствуешь вкус. Да? Меняется, да? Совершенно потрясающе. А, кстати, посмотрите, такой получился. А если это все перемолоть, будет супер вкусно. Да. А если добавить туда копченых канареек? Ну, конечно, обойдется. Правильно, не надо. Угу, класс. Гурман. Главное, когда еще успеваете коллекции ваши делать. Я сам не знаю. Ну, слава богу. Вячеслав Михайлович, здравия. Да. Вкусно все, но мы хотим вам дарить подарок. Как? Так. За что подарок? За что подарок? Да. Если вы считаете, что не за что, да. Если то тогда деньги. Дайте какие-то деньги просто символические. Пожалуйста. Знаете, дорогой Вячеслав Михайлович, это наборчик наш, смак, смотрите. А-а-а. Наборчик наш. Тут, это классно, это тут такие всякие штучки, то, что вы любите. Винище, ну вот это сыр, колбаса, капелька, ананас. Это вообще... Это, знаете, что это бальзамический уксус? Да. Да можно как его вообще на голодный желудок с утра хлопать. Ох ты, потом, как говорится, такие фотографии привезете в офис. Значит, ну это наш фартук смак. Это замечательно. Вот это все для вас. Дорогой Вячеслав Михайлович, мы вас любим. Спасибо большое. Мы счастливы, что вы нашли время к нам прийти. Мы очень хотим, чтобы вы продолжали так питаться, как вы питаетесь, потому что, глядя на вас, мы так тоже начнем питаться. А если мы начнем так питаться, то будем выглядеть, как вы. Пойдем, дорогой. Спасибо. Я на секундочку сейчас сбегаю, друзья. Ну, у нас пауза. Мы с Вячеславом Михайловичем сейчас будем питаться. И вас мы тоже призываем сделать то, что и нужно делать в субботу рано утром. Как следует поесть. До свидания.